Привет, друзья! Хотите, чтобы шашлык получался всегда максимально сочный и вкусный? Прямо сейчас я покажу, как это сделать. Для этого не нужно делать какие-то особые маринады или засолы. Нужно делать все как обычно. Заранее замариновать мясо, но нельзя добавлять соль. Если вы добавляете в маринад уксус, либо кислоту лимонную, тоже добавлять нельзя. Сейчас объясню почему. Любая соль или кислота вытягивает из мяса весь сок. То есть, к примеру, возьмите огурец, разрежьте, одну половинку посолите солью, другую не солите. Посмотрите через несколько минут, что будет. Та половинка, которая с солью, она будет из огурца вытягивать сок. Соответственно, если в маринаде будет присутствовать соль или кислота, из мяса будет уходить часть сока. Что же делать? Делается очень просто. Маринад делается без соли и уксуса, а соль добавляется в самом конце, перед приготовлением. В таком случае мясо будет максимально сочное и вкусное. Попробуйте, поставьте лайк. А также смотрите и другие интересные и полезные видео прямо сейчас.